Медицина, ЖКХ, социальная сфера – ни одна проблемная ситуация не остается без внимания. Иногда вопрос решается практически сразу. Такие приемы Инна Лосева старается проводить во время каждой своей рабочей поездки. За 2023 год от кагалымчан было принято 203 заявления. Все они отработаны. И я просто уверена, что те обращения, которые поступят и в 2024 году, будут точно так же отработаны. В этот раз на встречу с депутатом записалось 4 человека. Один из них – Артем Ноздрин, который всю жизнь прожил в частном секторе. В прошлом году мужчина построил для своей семьи новый дом. С декабря 2023-го начался земельный спор. Артем хочет решить проблему мирным путем и в строгом соответствии с законом. Поэтому и обратился к Инне Лосевой. В социальной сети ВКонтакте на страничке администрации города Когалыма увидел размещение объявления о том, что депутат Тюменской области будет вести прием граждан. Решил записаться на прием, записался и пришел. Все, я начал строительство дома, то есть соблюдение всех градостроительных норм, то есть все изучил, прочитал, подошел к этому вопросу очень серьезно, потому что я понимал, что если где-то что-то я нарушу, то у меня будет проблема с приобретением этого участка. Депутат уверен, при содействии администрации города ситуацию можно будет решить. Взаимодействие с местными органами власти – практика распространенная и весьма успешная, отмечает народная избранница. Кто-то приходит и рассказывает, как изменилась его жизнь после того, как были обращения. Вот сегодняшняя заявительница рассказывала, как ее знакомая ко мне обращалась по поводу плесени, которая была у нее в доме, и этот вопрос был решен. Зоя Мултанова пытается самостоятельно решить свою проблему уже несколько лет. Не получается собрать нужные документы, чтобы сын получал социальную стипендию, которая положена ему по закону. К депутату решила обратиться по опыту знакомой, которой народная избранница смогла помочь. Оказать посильную помощь Инна Вениаминовна готова многим, поэтому обратиться к депутату можно, записавшись через интернет-приемную Тюменской областной думы. Анна Панаинти, Максим Полозов, «Наши города».